Всем привет, друзья, на Камушке Фэмили. Сегодня слушаем три песни. Это Клоукома, Люди в черном, а получается. Потом давайте глянем еще Кейкбоя, да, какой-нибудь клип с Клоукомой, да, наверное, глянем. И давайте посмотрим Пирокинезис Ума Турман. Познакомимся с этими исполнителями. Я еще не слушал, не знаю. Давайте начнем с Люди в черном. Но перед тем, как вы слушать, ребят, если вам не сложно, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну, и поставьте лайк. Оставьте свой комментарий, пожалуйста. Ну, все. Всем удачного настроения. Надеюсь, у вас тоже хорошее настроение, как у меня. И давайте слушать «Люди в черном». Интересное название. Кстати, фильм такой есть, мультсериал, помню, в детстве смотрел. Ладно, поехали смотреть «Люди в черном». Такая обложка, знаете, как вот такие, дьявол, да, какой-то, с рожками. Мне это нужно. Кто он, получается, бит сделал? Он флешу делает биты этот. Все это возможно, но это не важно. Все от природы и голос от джинса. А если мне грустно, я буду кататься на джипе. Еду мимо твоей квартиры, я смотрю через переднюю дверь. Остальные такие картины, холодят мой воздух и не. В черном есть не по закату, в черном весь я ед обратно. Изумили мой талант, мой любимый цветок лаванда. Я пока стреляю, а ты перезаряжай. Если ты лежачий камень, никому тебя лежать. Никогда никто не будет, это станет бережать. Все приходит только с опытом, мы не обладаем доводом. Все происходит за городом, пишем музыку мы кровью и молотом. Никогда не будем чахнуть у золота, то что молодые выглядим молодо. Все хорошо, мы не умрем от голода, мою голову окутало холодом. Для работы нам не надо и помочь. Еду мимо твоей квартиры, я смотрю через переднюю дверь. Остальные такие картины, холодят мой воздух и нет. В черном есть не под зарплату, в черном весь я есть оплата. Изумили мой талант, мой любимый цветок лаванда. Йоу. Как-то я уловил немного, да? Знаете что, ребят? Я предлагаю посмотреть текст, потому что я немного, ну, не уловил, как бы, это, сути, да? Man in Black. Мне это можно, не кажется, все возможно, но природа и голос, голос Джинса смеялся, я буду кататься на джипе. Еду мимо твоей квартиры, где смотреть везде одни дыры. Такие картины, холод, лютый, мой воздух и ничего нам есть, не платят зарплату. Черный весь я еду до брата петь. Если ты лежачий камень, никому тебя не жаль. Никогда никто не будет за это тебя решать. В общем, не пустой текст, я точно скажу то, что классно сделал на самом деле. И у него нету такого автотюна, да, прям жесткого, прям. О, ну, мне понравилось на самом деле такое. Бас такой. Такой необычный исполнитель. Ни разу его не слушал, поэтому очень было интересно послушать, ребят. Поставлю где-то 9. Так, ребят, остался у нас Пирокинезис, Ума Турман, да? Пиро. Я его слушал какие-то песни, точно не помню. Давайте глянем. В июне вышла песня последняя, давайте глянем. Ума Турман, это получается «Убить Билла». Кто не знал, очень классный фильм, посмотрите. Там две части вроде прям. Я его смотрел еще на DVD, этих, ну, на кассетах DVD. Ой, какой DVD?
Видик. Видик, вот. Эй, девчонка, за баром утри свои слезы. Коньячок из кипара бокалов на бармен принес. Тут уж как ни крути, но напитки придется распить. Кто тебя обидел, кто же тебя тут побегал, что? От одного взгляда мне самому дурно. Глаза полны злобы, но прямо матурма. Ну, обил твой дебил, я бы при просто запил. Была бы у меня матурма, то я бы ее точно любил. Концовка просто класс, ребят, на самом деле, блин. Молодец, Пирокинезис. В принципе, интересно, да, было сегодня послушать такие вот песенки, да, новых исполнителей для себя открыл. Ну как открыл, я уже слушал этого Андрея Пирокинезиса, да, а остальных еще не слушал, поэтому очень было... Классно познакомиться с ними. И такой, знаете, такая песня забавная. Ума Турман. Типа, чтобы у меня была Ума Турман, чтобы я там пил пиво, она там рядом со мной была. Что-то там меня спасало, да, там из всяких там передряг, да, наверное. Ничего, типа, классно, да, ребят. Опишите, какие вам песни понравились. Оставляйте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Этой песни, кстати, я бы поставил. Где-то 80, да, такая средняя песня, хорошая, да, в принципе. Ну все, советую свои песни, все, ребят, всем удачного лета, хорошего настроения, всем пока.